Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48-300. Здравствуйте! В эфире телеканала РЕН-ТВ «Новости Анапы регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня в выпуске. Неделя на исправление. Подрядчика обязали навести порядок на Пионерском проспекте. Если страховые компании потеряли страх, как отказаться от навязывания дополнительных услуг при оформлении ОСАГО? В памяти коллеги и учителя. Сегодня она попрощалась с почетным гражданином города Виктором Ткаченко. И начнем с чрезвычайного происшествия. Река Анапка вышла из берегов. Площадь разлива составила более 4,5 квадратных километров. Причина – накануне прорвало дамбу накопительного пруда около станицы Раевской. Ситуацию усугубила и двойная норма осадков в январе. Тем не менее, в администрации города отреагировали оперативно, и ситуацию удалось не выпустить из-под контроля. Уже с утра технические средства контроля начали фиксировать резкий подъем реки Анапки. Но нам удалось избежать более серьезных последствий. Это затопление дворовых территорий и, возможно, самих домов. Какие мероприятия были проведены? В период сильных дождей в январе месяце мы постоянно держали русло реки Анапки, это оперативное управление водотоком, в максимально широком состоянии. В настоящий момент уровень стабилизировался, постоянно там дежурит оперативная группа, которая контролирует ситуацию на этом участке. Ну, я думаю, что через несколько часов, это через 4-6 часов, уровень начнет спадать. И считаю, что угрозы для населения сейчас это не представляет. Я хочу предупредить то, что на сегодня и на завтра сохраняется очень большой шторм. В открытом море это составляет 5-6 баллов, в бухте это 3-4 балла. Идет подпор воды, как я уже сказал, все руководители учреждений, организаций, в том числе и здравниц, предупреждены о возможных нарушениях систем жизнеобеспечения. Это связано как со штормом, и связано с ветровыми нагрузками. И возвращаясь к теме нашего вчерашнего материала, ситуацию с недоремонтированной дорогой на Новороссийск прокомментировали в ГИБДД. Здесь настоятельно рекомендуют автолюбителям, которые пострадали из-за некачественного покрытия, обращаться в суд и требовать возмещения ущерба. И в этом сотрудники государственной инспекции готовы оказать помощь. Мы видим эту проблему, видели эту проблему с самого начала, как только работы были эти проведены. Значит, нами было направлено письмо в управление Федеральной дорожной службы, управление дорог федеральной, вот, о том, чтобы эту дорогу привели в соответствие. Вот, и прислали лабораторию для того, чтобы провести измерение качества дорожного полотна. Анализ показал, что, как они нам дали ответ, что считается удовлетворительным. Ну, как бы мы не возражаем в том, что сцепление с дорогой будет удовлетворительным, но мы возмущены тем, что идет выброс камня из-под колес автомобилей, которые двигаются по этой автодороге. Как пояснили владельцы данной дороги, что нам пояснили, что в июле 2016 года данная дорога будет все переделываться, перестилаться. Каждое данное происшествие нужно фиксировать и в судебном порядке уже разбираться с владельцем данной дороги. Вызывать сотрудников и оформляется как ДТП. Анапа не останется один на один с проблемой разрушения зеленой зоны и асфальтового покрытия Пионерского проспекта. По поручению главы курорта Сергея Сергеева претензионная работа продолжается. Замечания заказчику и подрядчику строительства канализационного коллектора озвучены на совещании при участии представителей Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Пионерский проспект с его зелеными аллеями, тропами здоровья, где прописаны лучшие анапские здравницы – одно из главных достояний курорта. И городские власти выдвигают ультиматум заказчику – курортная зона должна быть восстановлена. Значимость федерального проекта не должна перечеркивать годы усилий сотен людей, создававших уют и красоту на проспекте. Требования муниципалитета предоставить график производства работ не слышат. Подрядчик сделал из этого тайну, скорее потому, что не укладывается в разумные для курортного города сроки. Мы говорим сейчас не сколько об асфальте, потому что асфальт, я понимаю, что когда мы опрессуем, только после этого мы можем, и в том числе и зеленку, мы можем восстанавливать. Мы говорим о нарушении газонной части покрытия. Сейчас-то зима, я думаю, как бы газон сейчас не зачем. Да нет. У нас, значит, для того, чтобы восстановить это все, нам работу надо начинать в феврале. Гарантийные письма муниципалитет получил, но со сроками, конец июня, категорически не согласен. В середине мая Пионерский проспект наполовину заполнен отдыхающими. Да и сейчас там работают 8 круглогодичных санаториев. Дело в том, что мы видим, все наблюдаем, как они проводят эти работы, да? Культура производства работы. Я посмотрела, как восстановлено на территории «Жемчужины», как восстановлено на территории других санаториев. И теперь после этого, да, просто обещание его, что он просто восстановит, нас не устраивает. Замечания городских властей услышаны, заверила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Лолита Авдеева. Давайте создадим рабочую группу и все-таки от начала Пионерского проедем до конца и пройдем по всем болевым точкам. То есть услышат их заказчик, услышат их подрядчик, муниципалитет их озвучит. Мы присутствуем при этом. Выезд на Пионерский проспект с участием министерства состоится 8 февраля. Когда полис ОСАГО можно будет оформить без навязанных автостраховщиками доп. Услуг? Вопрос не перестает быть актуальным. Много обращений по этому поводу поступает в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. Фронтовики взяли данный вопрос на контроль и в ближайшее время проведут мониторинг работы страховых компаний на территории края. За комментариями мы обратились к сопредседателю регионального ОНФ. Региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае вынуждены провести повторный мониторинг, потому что в прошлом году, если волна жалоб схлынула, после того, как появилась возможность заключать договор автострахования в онлайн-режиме, то сейчас у нас возникают вновь такие жалобы. Мы продолжим мониторинг и привлекаем активных граждан звонить нам, обращаться на Октябрьскую 78 в городе Краснодаре, найти нас на страничках социальных сетей и сообщить о своих проблемах. Даже если вам навязали дополнительную услугу, то вы можете от нее отказаться уже даже после заключения договора. Если вы хотите принять участие в мониторинге страховых компаний, то можете позвонить по телефону в Краснодаре 262-28-56 или отправить сообщение по адресу, указанному на экране. Сегодня родственники, близкие, друзья и коллеги простились с почетным гражданином города-курорта Анапа, заслуженным работником культуры СССР, ветераном Великой Отечественной войны и одним из старейших журналистов Кубани Ткаченко Василием Ивановичем. Он скончался 30 января на 96-м году жизни. Родился Василий Ткаченко в день российской печати 13 января. Совпадение или нет, но так или иначе, большую часть своей жизни он посвятил именно журналистике. До войны Василий Иванович закончил педагогический техникум и начал преподавать в начальных классах. Когда началась Великая Отечественная, в составе 55-й гвардейской стрелковой дивизии он защищал от врагов кубанские города. Путь в журналистику для него начался в 1952 году, сразу с руководящей должности. Он стал писать в газеты, заметки, статьи, Его заметили и пригласили сразу в 1952 году замредактора газеты. И вот так он начал путь в журналистику. Ну, чтобы, образование-то у него было только педагогический техникум, в 1956 году, работая в Калининской, тоже замредактора, его послали в Геленджик,
в школу повышения квалификации. Он ее в Геленджике окончил. Затем он работал замредактора Топсинской газеты, редактором Лабинской газеты. И в 1963 году его прислали в Анапу. В Анапе Василий Иванович стал главным редактором газеты «Советское Черноморье». В издании было создано 10 внештатных отделов. К работе были привлечены около 200 общественных корреспондентов. Раньше был такой конкурс всех газет в России. И он 19 лет получал по России газета за полиграфию, за оформление, за содержание, третье место, 19 лет подряд. Причем эта газета его была единственно прибыльная в крае. Тираж был газеты 24 тысячи. К концу 80-х Василий Иванович по состоянию здоровья покинул редакторское кресло, но продолжал активно участвовать в общественной жизни города. Коллеги отмечают то, что он был человеком строгим, но справедливым. Отличительной чертой Василия Ткаченко была любовь к труду. А неутомимая натура постоянно требовала деятельности. Журналистское сообщество Анапы понесло вот большую потерю. И дай бог, чтобы вот родные, близкие и мы сумели сохранить те принципы журналистики, которые закладывал в становление журналистики анапской периодики Василий Иванович. Он вел школу журналистского мастерства, он легко шел на контакт и учил молодежь. И вот было бы здорово, чтобы мы вот это все не растеряли и не забыли. Коллектив телерадиокомпании «Анапа Регион» выражает соболезнования родным и близким Василия Ивановича. В нашей памяти он останется принципиальным и честным человеком, талантливым журналистом, коллегой, который всегда был готов прийти на помощь. По сообщению «Кубанэнерго», в связи с проведением ремонтных работ будет частично прервано электроснабжение 4 февраля с 9 до 17 часов Цибано-Балки и 5 февраля с 11 до 14 часов в Усатовой Балке, Тарусине, Рассвете и Заре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 5-42-22 или по телефону горячей линии 8 800 115-52. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 4 февраля, в Анапе ясно. Температура воздуха днем плюс 10-11, ночью до 11 градусов тепла. Ветер южный 10 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.